Здравия желаю. Продолжаем про генератор. Генератор зарядки суперконденсаторов. Бестопливный генератор зарядки суперконденсаторов. Вот я это... Тот медленновато работал. Я вот подобрал вообще... Значит... 0,3... Так... 300 микроампер. Вот тут вот аппарат. И... Сейчас вам скажу. 300 микроампер. Так. Ну, 30 вольт. То есть повысил напряжение, чтобы проскакивали, видите? Сейчас в раза в 3 быстрее скачет. Сейчас покажу. Вот. То есть уже он поперло на 20. То есть заряжается раза в 3 быстрее. То есть надо применять меньше мощности, вот, чтобы быстрее пошло. Но напряжение повысил до 30 вместо 12. И добавил, чтобы не сгорела, она слабая, добавил диод тут мощный. Видите? В одну сторону. То есть он как бы туда дуй, обратно. Сами понимаете, что. В одну сторону, и значит, не спалится эта коробочка слабая, чтобы ее не спалить, она 300 не ампер, микроампер, то есть, и помножим на 3, помножим это на 30, сейчас скажу сколько, ватт. Значит, 0,3 десятых помножить на 30. 9 ватт, то есть слабее той, но за счет того, что напряжение выше, видите, то есть надо напряжение выше подавать для зарядки, чем надо даже, а мощность меньше, и да, получается бестопливная там система, ну как и в той, видите, даже назад отходит, точно так же. Заряжается без топлива. Много раз быстрее. Вот сейчас посмотрим. Сейчас 3,32. Сейчас посмотрим, за сколько оно зарядится. Я пойду покурю. А вы последите за прибором. А если не хотите смотреть, просто перемотайте назад. Вперед, вернее. Продолжаем, уже видите, 3,3 до 3,5 дошло, то есть сами видите, система это в 3 раза быстрее, нагрева нет, тут диод обязательно ставьте, потому что может спалить обратный ток, реактивная энергия с этого, вот он,
И вот, я не знаю его параметра, но мощность. Тут стоял где-то он, по-моему, в телевизоре старого типа, цветные, тогда там мощные были. По 150, по 200 ватт потребляли, вот он стоял там. То есть ставьте диод на плюс. В направлении, значит, туда дуй, то есть заряд идет, а обратный ток, он не пускает, он опять возвращается. Ланистр из-за этого еще и скорость увеличилась. Там тоже есть диоды внутри коробки, но они слабые. Вот уже почти 60 пошло. То есть вот это гораздо лучший вариант. То есть применяйте вот не первый вариант лучше, а второй. И опять же мощность здесь 0,3, значит, 9, значит. Если, допустим, в 10 раз больше. 10 раз больше. 90 надо ватт. То есть 10 раз больше. 30 вольт, 90. 30 вольт. Сейчас скажу. На ампер это будет. Так, 9. Помножим. Вернее, 3. Это 90. Сейчас 9 ватт. А если в 10 раз 90 ватт, 90 ватт поделим на 30. 3 ампера всего, видите? И можно 100 штук заряжать. А 100 штук это уже, сейчас скажу вам, насколько хватает. Ну вот и неонисторов хватит, значит, одна штука 500 фарад. Соединено последовательно. 10 штук, то есть 5000 фарад, как бы не 5000, а как бы 500 фарад, только напряжение 2,4 вольта, то есть это примерно около 10 ватт, то есть час она будет работать и давать 10 ватт, если полчаса 20 ватт даст. Ну вот так вот примерно. Поэтому вот такая схема, применять такую схему, эта схема получится.